Да, дорогие женщины, этот костюмчик бомба. Смотрите, какая прелесть. Кардиган полностью из гипюра. Это нарядочка. Также идет сюда вот такие брючки. Завышенная посадка, как вы хотели, на резиночке. Также идет вот такая красивая маечка, топик шелковый. Этот кардиганчик можете носить с любой другой одеждой. И есть поясочек. Мы вас ждем. Так и хочется в этом платье пройтись, чтобы вообще все обвинулись. Посмотрите, какое здесь красивое платье, пошит, сама ткань, гипюр, плетеный гипюр, девочки, шикарная моделька, большие размеры ждут вас. Дорогие девушки, смотрите, какой стильный у нас костюмчик на осень. Плотная ткань, атласная, плотная. Брючки широкие, пижамный стиль. А здесь у нас красивый воротничок. Также имеется вот такой поясочек. Завышенная посадочка, хорошо завышенная. Резиночка. Вот так одела, пошла себе плясать. Смотрите, это двоечка. Верх у нас пошит из шифона. На шифоне вот такая вот красивая сеточка, сетка, и здесь вышивка просто бомба, очень шикарная моделька. Видите, черная и золото. А также у нас снизу идет вот такое вот платье с коротким рукавчиком. Платье пошито из ткани креп. Обратите внимание, видите, какая красота. Насколько красиво пошита эта моделечка. Верх вы можете одевать отдельно с любой другой одеждой. Размер идет 42-48. Очень нарядная, стильная. Я уверена, вам тоже очень понравится. Девочки, вы только посмотрите, какая красота. Я вот сама не могу налюбоваться этим платьем. Ткань очень удобная, она хорошо тянется. Нарядочка то, что надо. Цвета красивые. Еще раз хочу напомнить, что это большой размер. Мы все влюбились в это платье. А я иду одна такая в Дольче Габбана. Дорогие женщины, посмотрите, какой стильный, какой красивый, удобный, качество пошива. Нужно срочно вам купить такой костюмчик. Будьте очень красивые. Посмотрите, какие красивые на нас костюмчики. Маленький, большой размер, стильные. Обратите внимание, как пошито. Верх и низ. Мне самой очень нравится. И, девочки, у нас новиночка под пиджачки, вот такие красивые маечки. Вы только посмотрите, какие здесь красивые лямочки, резиночка, видите, очень качественная. Здесь у нас идут вот такая тоже окантовочка, мелкие камушки, внутри они не сыпятся. Сама ткань у нас легенькая, шелковая, большие размеры.